Коммунальное предприятие «Харьковводоканал» 7 июля проведет планово-предупредительные работы в части Киевского района в рамках подготовки сетей к осенне-зимнему периоду. Как сообщили на предприятии, в связи с этим с 8 утра до 20:00 будет прекращено водоснабжение части Киевского района, ограниченной улицей Сумской, территорией ипподрома, улицей Пушкинской, переулком Цветочным, улицей Вологодской, въездом Вологодским, переулком Вологодским, первым переулком Омским, третьим въездом Челюскинцев, вторым въездом Строительным, Островским въездом, спуском Веснина, улицей Дарвина, улицей Жен-Мироносец.